Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие в процессе реорганизации. Аукцион на отлов, содержание и утилизацию бродячих животных уже разыгран. Об этом телеканалу «Сургут-24» рассказал Константин Карпеткин, заместитель директора департамента городского хозяйства. Документы с частником будут подписаны в течение 10 дней. Начальной ценой контракта было почти 8 миллионов рублей. Предприниматель, который уже занимался отловом и содержанием беспризорных собак в Нефтеюганске, выиграл его за чуть более чем 5 миллионов. В Сургутской администрации считают, что бизнесмен вполне справится с этой работой не хуже муниципалитета. И ситуация с количеством бездомных животных на городских улицах не обострится. Предварительно мы ознакомливались с мощностями производственными данных претендентов, которые к нам заявились на этом конкурсе. Их было два. Мы выезжали на их базы и то есть смотрели, как бы, что у них есть, какая материальная база. В принципе, у них материальная база неплохая. Что у одного претендента, что у второго. Вот который победил претендент у нас на сегодняшний день, у него база на Беломиру. Вольеры, в которых собак содержали работники городского муниципального предприятия, вероятно, будут проданы. Пока точно говорить о судьбе площадей бывшего СГМУП сложно. Еще не оформлено решение о ликвидации организации. Подробнее о передаче работы по отлову, содержанию и утилизации бездомных животных в частные руки, о причинах, которые побудили на это сургутскую администрацию, мы расскажем в эти выходные в нашей итоговой программе «Телевизионный обзор новостей».